Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Как прекрасно, что появился еще один мастер, почти освоивший правила классического английского детектива и привнесший свою индивидуальную манеру в этот жанр. Ти Кинси – современный английский писатель. Всего им написано 6 романов, 4 из которых переведены на русский язык. Сразу предупреждаю, дорогие слушатели, если решите прочитать детективы Ти Кинси, обязательно смотрите имя переводчика. Я прочла 2 детектива. «Тихая сельская жизнь», «Летит к чертям, когда убийство расследует женщина», перевод Найденова. Категорически не рекомендую. И «Леди на сельской ярмарке» всегда раскроет пару преступлений, перевод Петухова. Значительно лучше просто не сравнить. Итак, аннотация обещает невероятное наслаждение этими творениями нового самородка британского детектива, виртуозно и неуклонно следующего золотым стандартам леди Агаты Кристи и сэра Артура Конан Дойля, и в то же время смело выворачивающего их наизнанку. А еще обещанная классическая головоломная интрига и потрясающая современный юмор. Что из обещанного, дорогие слушатели, нас ожидает? Тихая, живописная, воспетая многими сельская местность, англичане с их привычками, взглядами, укладом, достаточно уютное время 1908-1909 годы. Есть традиционная пара с намеком на Шерлока Холмса и Ватсона, Эркюля Пуаро, Гастингса. Есть расслабляющая легкость в большинстве своем пустяшных диалогов. А это 70% текста. Есть юмор, но какой-то странноватый. Понятно, что полиция глупа-приглупа. Инспектор сам приходит в дом к очаровательным сыщицам с просьбой расследовать непонятную смерть леди на сельской ярмарке. Об этом романе идет речь. А жители деревни все готовы по первому зову им помогать. И тут возникает вопиющая нестыковка текста аннотации и текста детективного романа. Леди Эмили Харткасл, дама высшей степени, не соответствующая тогдашним стандартам, увлечена фотографией, водит автомобиль, литрами поглощает бренди и странно заигрывает со своей горничной Фло Армстронг, которая может своей на внимательнице в лицо высказать все, что думает, легко обозвав при этом старой калошей. А еще она владеет китайскими боевыми искусствами, которым ее обучил шалинский монах. Вот и вся бездна убогого юмора в диалогах двух этих дам. И именно это повергает в состояние крайнего удручения. А так миленько и живенько, как раз для приятного вечера, Ти Кинси, леди на сельской ярмарке, 16 плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».